Ну что ж, всем привет, меня зовут Боевит, мы сейчас играем Stainwell, Hellblade, Sin of Sacrifice. Поехали дальше проходить. Немножко уже подзабыл, куда здесь нужно. Но будем сейчас разбираться, куда это точно нам нужно. Еще один, да? А, ешечка. Сколько мы собрали? 3, 6, 7. 7 штучек собрали. Собирать, конечно же, все я не буду. Что это жестко? Один и его братья And to protect the new world from the giants, they used Ymir's great curving eyebrows as walls. Так, нам сюда нужно или нет? Если бы знать. Так, босса мы уже отпиздили, грубо говоря. Я надеюсь, что нам сюда нужно. Ну, по идее, да. Что-то происходит, значит, точно. Сюда нужно. Так. Вы в те ворота, что ли? Ну, походу. Слушай, походу, да. Как бы другого пути нету, наверное. Только ворота эти. Актив босса мы их открыли, типа. Если кружок, конечно, не наебнул. Это ж не то же самое место. Мне сюда нужно. По-моему, это то самое место. Карта есть какая-то? Да какая нахуй карта, здесь ее нету, походу. Не говорите, что нужно назад идти. Слушай, мы вернулись на то же самое место. Просто кружочек наебнули. И все. Ну да. Блин. Блин, ну вот это жопка, конечно. Ладно, давай, мне кажется, что-то сюда нужно. Ой, бля, не знаю, короче, не знаю. Не, серьезно? Нам нужно теперь вернуться назад и пойти в другие двери? Бля, ну это, конечно же, ну, блин. Конечно, такое себе. Что меняется? Это ничего ж не поменялось. Ага. Поменялось. В смысле, а как теперь? Ну давай сюда. Хотя, наверное, без смысла сюда идти. Ну да. Ладно. Ладно. Битвы никакой не будет. То вдруг. А вдруг, блядь. Не, ну блин, серьезно, тупо назад нужно идти. Что за бред? Так, мамка. Just like I do.
Once you can see into the underworld and all the souls within it will see you. Don't be afraid when they speak to you. I will always be here to guide you. Did you see her? That was her mother, Galina. She was a priestess, a healer. She taught Senua to see the weave that binds the world together. And it was beautiful. It was a time before the darkness. But when it did come, it first came for her mother. Да что за бред, блять? Что за... Это просто загрузка их локации или что? Unreal Engine 4 не справляется с загрузкой области или что? Так, ладно, не будем мы за эти проходить. Какие-то подгрузки вечно в области. Если не быстро идти, то типа нормально, а если походу так возвращаться по-быстрому, то есть моменты. Моменты есть. Так, блядь, не дано. Я надеюсь, нам сюда нужно. Что-то почернело, все потемнело. Походу, все-таки сюда. Ну да, точно. Алло, блядь. Что, еще, да? Да, блядь, сзади. Точно, сука, я не услышал. Получил. Так, отходим. Давай, давай, давай. О, со щитом, ни хера себе. Ай-яй-яй-яй-яй, стоп ты. Учу такая. Блять, не видно текстуре, например. Ебло. Так, давай, 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 давай. Сейчас мы тебя накроем, подожди. Пиздюк, блядь. Ай-яй-яй. Короче, нужно, походу, набрать этой херни. А уйди ты, сука. Херна. Ага, ну шо, бля. Еще немножко набрать нужно. Та-та-та-та-та-та, стоп. Сука. Ага. Уёбок, блин. Какой ему уёбок. Так, давай отойдем.
Хорош, хорош, блин. Ничего, эти открытые у нас получается. Давай вот эту штуку мы здесь сосредотачивались или нет? Вот эти двери нужны. Это сюфт, походу. Whose milk fed the giant? That's right, a cow. Said you weren't expecting that. Так, я надеюсь, здесь не будет таких вот загадочек, как в предыдущем было. Вон там какая-то тоже дорожка есть. Или нет? Ладно, поехали. Так. Походу к этим воротам, да? Только один путь. Ну, ладно, два пути. Вот эти ворота, и там что-то можно обойти, по-моему. Да подожди ты, ну я же, блядь, даже не уклонился ни хера. Ты откиснешь сегодня, не? Наконец-то. Ага. Сзади хотел под... Да не того ты. Не того ты. Кто там еще сзади? Блин, она все этого гасит. Ну, двоих так двоих. Да блин, попал. О, какой он с каким-то мощным молотом, чел. Блин, она наводится. Окей, хорошо. Уф. Было напряженненько немножко. Ой, опять найти нужно. Где его искать буду? Ну, поехали искать. Так, ну походу сюда нужен, да. Угу. Здесь должен быть этот знак. Где-то. Не, нету. А, вот. Нихера себе. Я думал, он где-то на стенке там и так далее. Слушайте, мне кажется, вот это.
Блять, должен быть походу какой-то из них. Что, нет? Блин, ну, более-менее, ну, точнее, очень сильно похоже, что, нужно здесь. Ну, это ж не дерево какое-то. Смотри, с двух частей оно собралось. То есть это тоже, скорее всего, с двух частей собирается, походу. Окей, окей. Давай смотреть, что можно с двух частей собрать. Наверное, вот это, да? Да. Это оно. Да, блин, обойти можно. Так, поехали. Да, вот эта локация, конечно. Так, вот сейчас будет битва, да? Понимаю. О, опять со щитом, да ты заебал. Так, давай. Смотри, еще такой его отбивается. Так, стоп, стоп, стоп. Окей. Бам, бам. Finish him! Strike him!
Так, окей, победили этих мужичков, пиздючков. Найти огонь, Сенуа, дабы пройти по пути к Сурту. Да вы заебали со своим огнем. Это найди, то найди. Не, я просто не очень люблю игры такого плана, что с поиском всякой залупины. Найди огонь! Вот это, наверное. Не? Ну я ж навелся вроде. А, поближе подойти. Вот так вот. Уже с огнем вообще так красивенько все. Очень даже. Ох ты ж еба. Реально жестко. Какие-то подфризывания есть, я что-то не пойму прикола. Зачем нам растительность, я ее здесь не видел. Текстуры пускаю, эффекты вида. Кадровая синхронизация, трассировка лучей. МДФСР, все стоит нормально вроде. Деревья здесь были? Вроде были, растительность. Точнее, растительности нету, деревья тоже здесь есть. Растительности нету нихер. Ладно. Не, есть какая-то хуйня, не понятно. А что найти нужно? Туда можно как-то спуститься? А, точно, точно. Не заметил, но нужно было стоять, короче. Давай как раз вот это заберем. The Northmen tell this story. Before the Earth was created, there was a world called Muspel. Because it was in the south, it was bright and hot, flaming, burning. Sparks that flew out from Muspel became the star. Another gate. She needs to find it. Another fire sacrifice. Another fire sacrifice. Find the fire, Senua. Найди огонь. Дабы пройти к Сурту. Заебал этот Сурт со своим огнем. А найди огонь. Так, вон огонек, я вижу. Как туда пройти? Вопрос. Оно на возвышенности. Давай, ладно, сразу заберем эту. Этот камень. The Northmen say that the defender of Muspel is called Surt, the foremost of the fire giants. His name means the black one, because he is like something. Ну, по идее, нужно пройти сюда. А там, наверное, какие-то иллюзионные эти врата. Иллюзорные, иллюзионные. А вот на балке просто. Burning slaves like me to reveal the path to Surt. Так, по балке. А, ну вот и огонь, да. Здесь попроще.
Так, ну чё, куда нам бежать? Как спасаться? Жестко. Слушай, с огнем здесь реально прикольно поработали. Он так смотрится довольно реалистично. Очень прям красиво. Если еще бы добавить, ну, такие текстуры более прикольные. Покачественнее, я бы сказал. Ну, немножко старым, старый. Смотрится точнее так. I asked the gods for mercy, all of them, even theirs. None answered. In the end, I set myself free. Defy the gods, Senua. Find your own path, like I find mine. My gods abandoned me. I am alone. Okay. Теперь нам сюда, да? Да блин, опять огонь, да вы заебали. Кстати, новая часть Сенуа должна выглядеть очень даже пиздатенько. Это на Анриле 5 все-таки. А нам что, сюда шану? Ага. Главное, чтобы оптимизация хорошая была. А то уже заебали релизы с хуёвой оптимизацией. Так. А здесь нужно найти теперь МР. Ладно, это знак бесконечности, наверное, и Р. Мне что-то кажется, что это знак бесконечности. Так, и где его искать? Где его искать? Как-то... Жди, вот так, походу, да? Ага. Да давай, давай, давай. Садись. Есть. Окей, и теперь... Эрочку эту нужно найти. Но здесь его не показывают, здесь нету... А, вот здесь где-то нужно найти. Где в деревьях можно найти Эр? Я лично не вижу. Где-то что-то должно соединяться. Где соединение? Блин. Так, если у нас здесь появились эти буквы, значит, где-то здесь нужно как-то что-то где-то соединять. А что с чем вообще соединять? Ах ты ж ебать.
Какого тебе я не вижу, блядь? Блядь, где она должна соединяться? Где я должен соединиться, я не вижу, блин. Куда мне нужно отойти, чтобы увидеть? Да, и здесь тоже хер. Может, как-то вот так вот. Да не. Ой, пизда, блядь. Хоть подсказочку какую-то дали бы. Да, блядь. Ну, это уже не оно, короче. Это в этой области должно быть. Ну, а вот оно появляется прямо вот здесь. Прям нам показывает. Вот где-то здесь. Нам же еще свестись нужно. Сука. Сука. Как они заебали с поисками этой залупины. По
Подожди. Вот оно нахуй. Вот же на полу. Что, не? Оно ж на полу. Или мне нужно как-то наверх подняться, блядь, и посмотреть. Знаю, здесь же нельзя наверх подняться. Жди, или это не R? Ну, больше всего похоже. Такое ощущение, будто нужно сверху смотреть. Вы прикол. Да не, ни хера. Иди, огонь, огонь, блядь. Заебали вы. Здесь вот R не могу найти, они про огонь свой. Что-то рассказывают. Лады, мне что-то подсказывает. Нужно наверх. Значит, нужно наверх. То есть я, блядь, время потратил чисто бегая, блядь. Ища как вы... Ну вот оно, да. Искал какую-то хуйню непонятную. Все время. Я думал, там тоже нужно что-то соединить его и так далее. Ой, блядь. Хоть какую-то подсказочку бы маленькую дали. Просто... Пробегал зря. А здесь что? Чё такого? Понятно. Всё понятно. Всё понятно. Ладно. Ну? А, мне просто пройти нужно. Я такой, ну блин, и шо? Так, окей, давай подойдем. Ну чё, огонь мы нашли. Нужно убираться. Давай, давай, Сенуа, беги. А как здесь пробежать? Ага. Теперь понятно, зачем они этот дом добавили. В смысле, блядь? А, наверх, окей. Не охуел ли ты, гнида? Я здесь бегу к воротам, а оно стоит, блин. Какой-то огненный. Блять, сзади. Минус, братанчики. Окей, побежали. Raise your world! My world is dead! Only then
as with a newborn. Will you see the world anew? No, I see nothing now. Так, поднимаемся. Куда мы поднимаемся? Пока непонятно, но еще какой-то дом. Еще какой-то дом. Ёбаный рот, это же всю деревню прям сожгли здесь. Сурт гондон ебаный заебал. Говно сраное. Так. Опять найти буковки нужно. Да вы задолбали, блин. Давайте, пожалуй, на этом закончим. Пожалуй, на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. И дальше, я думаю, мы босса будем валить. Там не очень много, наверное, осталось до босса. Все, всем пока-пока. I'm glad I found you in the wilds. I wouldn't have made it without you.